Привет, мои подписчики! Много уже есть вариантов приготовления куриной грудки, запеченной в духовке. Я хочу предложить вам свой вариант, который больше нравится моей семье. Итак, мне понадобится куриное филе. Оно у меня не жирное такое. Чеснок. Орегано. Молотый перец. Соль и горчица в зернах. Итак, сейчас мы начнем приготовление. Филе у меня уже помытое. Будем мы его нарезать вот такими полосочками, но делать, в принципе, как называется, разрезы. Но не до конца. Вот так получается, смотрите. Далее берем соль. И вот так хорошенько посыпаем. Затем берем молотый черный перец. Далее берем чеснок и нарезаем его пластинками. Нарезаем вот такими пластиночками. Каждый разрез влаживаем мы по дольке чеснока. И оставляем мариноваться на 2 часика. Далее, ребята, берем фольгу, упаковываем фольгу для выпекания, ложим на противень и выпекаем при температуре 200 градусов. Заворачиваем вот так. Так как мы ожидаем гостей, я приготовила сразу 2 грудки. Показала вам одну. Вторую приготовила по такому же рецепту. Ставим в духовку. Чтобы проверить, как оно пропеклось, будем с шпажечкой. И минут за 10-15 до готовности я буду использовать вот такой соус.
Очень нравится он. Он придает такую нежную корочку. Цвет такой красивый. Итак, я вот достала мясо. Сейчас полью вот этим соусом. И еще отправлю запекаться минут на 15. Заворачивать фольгу я не буду, так как оно уже пропеченное. Просто этот соус придаст ему красивую корочку и цвет. Вот смотрите, ребята, я достала его из духовки. Пропекусь. Вот такое запеченное филе у нас получилось.